было печали, да купила баба порося. Моя жена подала заявку, и теперь спокойное лето, оно как бы мне не светит. Но, тем не менее, благодаря вам, подписчики, благодаря организациям, всем друзьям, коллегам, огромному количеству людей, мы оказались по народному голосованию на сегодняшний день на первом месте. Но, к сожалению, согласно регламенту проведения церемонии выбора победителя в Строгановской премии, основное решение идет за комиссией. Народное голосование, где вы все голосуете, оно принимается лишь как рекомендация, но никак не влияет на выбор победителя. До конца проведения голосования еще 20 дней, и мы просто должны теперь удерживать позиции. Благодаря вам мы уже на первом месте. Я думаю, на нем и останемся. А на самом деле, всех заслуг и победы достоин только Джон Генри. Исключительно его заслуга, что я оказался в Москве, что мы побывали на шоу Малахова и что мы являемся номинантами на Строгановскую премию благодаря только лишь ему. Я как инженер, как раньше говорил, механик, я только строю и собираю в своей маленькой домашней лаборатории. Но и для меня приятно, и всегда мечтал, чтобы хотя бы кто-то, посмотрев мои видео, понял, что дома это возможно. Алексей Зайцев, один из преподавателей авиационного техникума в городе Жуковский, он строит робота Т-600, это круто, он его делает из металла. И он мне сказал, у твоего робота пистолет, чтобы охранять? Да мне, говорит, даже пистолет не будет нужен, он там 7 глотки передавит. Вот такая мощная конструкция. В горе мальчишка что-то пилит, руки из дерева тоже пытается строить терминатор. То есть процесс тихонечко, но пошел. И как бы эхо, отголосок, который дает наш робот, он будет идти. Голосуйте за терминатора. Переходите по ссылке в описании. Мы обязаны удержать позиции. Если вы слышите нас... Свершение правосудия, радость для праведника и страх для творящих зла. Если вы слышите это, вы и есть сопротивление. Всего доброго. Всем пока.